Полузащитник миланского Интера Генрих Мхитарян восстановился после травмы и надеется на участие в финале Лиги чемпионов против Манчестер Сити. Об этом футболист сказал пресс-службе миланского клуба. «Чувствую себя хорошо, делаю все, чтобы быть готовым к финалу. У меня нет Кубка Лиги чемпионов, и я хочу его завоевать». По словам армянского футболиста, Манчестер Сити – одна из сильнейших команд в мире. У горожан классный состав и великолепная полузащита. Однако у Интера тоже крепкая средняя линия. Полузащитники Нерадзури умеют играть в отборе мяча и начинать атаки. В финале Лиги чемпионов не каждый день сыграешь. Знаем, что предстоит сложная борьба, но мы готовы к ней и будем стремиться к победе. Напомним, Мхитарян в полуфинале Лиги чемпионов в ответной игре с Миланом получил травму и был заменен на 44-й минуте. Выяснилось, что он повредил четырехглавую мышцу левого бедра, а также получил растяжение мышц. В случае победы Интера, Генрих добьется исторического результата, выиграв все три действующих Еврокубка. Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций. Финал Лиги чемпионов между Интером и Манчестер Сити состоится 10 июня в Стамбуле. На этом все. Не забудьте поставить лайк и подпишитесь на канал. Всем добра и громких побед!